Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice модель EFR559DB1A. Корпус и браслет часов изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка клипса с двумя ушками по бокам, которая открывает замок. Задняя крышка стальная с информацией модели, завинчивающаяся. Циферблат защищен прочным минеральным стеклом. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке и риске нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой. Также два малых циферблата, точнее один циферблат, один в виде шкалы выполнен, отвечает за работу хронографа. И один малый циферблат дублирует время в 24-часовом формате. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 10 атмосфер. С этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Диаметр корпуса 44 мм, толщина 12 мм. Для установки текущего времени и даты используется коронка, расположенная справа на корпусе. Нужно отвести ее на один щелчок в сторону, чтобы установить дату. Поворачивать надо против часовой стрелки. Чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону, получаем доступ к стрелкам. После настройки возвращаем коронку на место, плотно прижав к корпусу. Хронограф управляется кнопками выше и ниже центральной коронки. Верхняя кнопка запускает его, внизу у нас секунды пошли, слева минуты идут. Остановка также верхней кнопкой, нижней кнопкой сброс до нулевых значений. В комплект с часами идет инструкция и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.